Итак, здравствуйте. Значит, почему я это видео решил сделать? Ну, во-первых, потому что у меня у самого карточка есть кредитная. А во-вторых, это не реклама, потому что у меня не то количество подписчиков. Просто я заметил на некоторых форумах, на некоторых группах ВК, что многие жалуются, что, мол, большие проценты и так далее. Давайте разберемся в этом. Начнем, наверное, с того, что вы знаете, что есть такой льготный период, как 55 дней без процентов. Что это значит? Это значит, что вы можете закрыть в этот период долг перед кредиткой. Но многие думают, что 55 дней – это значит вообще не платить по ней. Нет. Существует платежный период. В конце этого периода банк вам назначает сумму минимального платежа. Вы ее обязаны заплатить по-любому. Хотите, не хотите, но надо ее заплатить. Если вы перекрываете долг раньше, пожалуйста. Хорошо. Не получилось. Что ж, проходит 55 дней, вам назначают, вам начисляют процент. Процент составляет, ну, около 49%. Согласен, многовато, но что поделать. Дальше. Многие делают еще одну ошибку. Многие привыкли, что вот на Альфа, на Сбере можно снимать деньги после того, как вы погасили первый, второй платеж. В Тинькоффе нельзя этого делать. Да, если вы не знали. Если вы сделали первый платеж, ну не закрыли долг, но начали пользоваться ею, чтобы скупляться, вам начислят дополнительные 29% к вашему долгу. Так что будьте осторожны. Дальше, опять же, многие привыкли, что любят снимать деньги с кредиток. Опять же, те, кто, наверное, не читает договор или не спрашивает у консультанта, понимают, что попадают в маленькую долговую яму с этим. В Тинькоффе нельзя снимать налички, нельзя пополнять счет, нельзя платить коммуналку. Кредитка только для магазина. Если вы же по неосторожности сняли деньги, будьте добры заплатить 290 рублей комиссию, и сверху, сейчас скажу точно, к вашему долгу прибавится еще 3%. Отсюда вывод, почему так много вы денег должны банку. И еще есть одна услуга, которую вы можете, конечно, отключить, даже две услуги. Это ежемесячный платеж по смс-кам 60 рублей, это на ваше усмотрение. И такая услуга, как 0,89 страховка. Что это значит? Это значит, если по каким-то причинам вы не можете оплатить кредитку, ежемесячный платеж или закрыть ее полностью, банк берет с этой суммы страховой и платит. Но есть одно но. 0,89. Вот представьте, сколько вам надо платить, переплачивать этот процент, чтобы достигнуть лимита там 5-6 тысяч. Поэтому его легче отключить полностью, как я это и сделал. Итак, проходим итог. Что надо делать, чтобы Тинькоффу не переплачивать? Первое. Стараться за 55 дней погасить свой долг. Не получилось, ну что ж, придется проценты платить. Не снимать деньги, не пополнять счет, ни в коем случае не переводить с кредитки на другой банк. Третье. Сделали платеж минимальный. Не трогать ее на покупки. Не трогать карточку, забыть за нее, пока вы полностью не погасите долг. Что ж, надеюсь, вам это видео поможет. Пока!